Всем салют, ребят, меня зовут Альтер, и сегодня мы с вами послушаем новый сингл Монатика. Я знаю то, что вы все его слушали уже, этот сингл уже везде, уже и клип вышел, но я только что его прослушал. Очень такие странные у меня чувства вызвал он. Давайте вообще включим его. С самого начала уже музыка что-то напоминает мне, вот что-то знакомое в голове крутится, не могу понять. Окей, ладно, идет трек. И тут я вспоминаю песню No Doubt, Hello Good. Думаю, окей, ладно. Музыка просто напоминает мне этот трек. Все, это совпадение, все может быть. А я раньше слышал этот трек, но я не думал, что это Монатик. То есть я именно, обратил внимание на припев. Вот на эту часть. Что смущает тебя, да? Меня смущает то, да меня даже не смущает, меня бесит, что вот так вот просто используется трек другого исполнителя. Shake Your Ass, Mystical. Слушаем. Слушаем Монатика. Какого черта? А? Ну нахера так делать? Ну зачем? Не, я был просто в шоке от того, то, что я услышал. И я был в шоке от того, что это Монатик. Мне казалось, Монатик, он реально очень талантливый такой парень, что, не дойдет он до этого. Как оказалось, вообще песня Элуана с Монатиком «Сон» — это тоже использованный. И что, печально, у нас в России почему-то любят так делать. Ну ладно, пожалуйста, делайте. Если вы все делаете без палева, то есть, без палева можно что-то использовать и показать по-своему. Но это... Мелодия. Припев. А клип это, я не знаю, это какой-то малыш на драйве. В общем, я очень расстроен. Я прям плачу, сижу тут. Просто хотела с вами поделиться этим, показать то, что есть Mystical Shake Your Ass. И есть Монатик. Слушайте правильную музыку, ребят. Всем пока, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии. Короче, неважно. Всем удачи. Check it out.